Так, а там же эти... Вот даже вот болельщики не рассчитывали, что наши так сыграют. Многие эти бывшие мало сделаны. Нет, им всего дали на нас 6 тысяч, всего дали квота. Все, все равно вы больше не пустили, понимаешь? Нет, я имею в виду по времени, что они дальше выйдут из группы, даже многие не рассчитывали. А вот эти две машинки едут на знак «Кирпич». И ничего им за это сегодня не будет. А милиция нет. Милиция, она всегда есть. Нет. На сегодня нет. Можно ехать на знак «Кирпич», а вон шарики нет. Над крышей летят. Встречных нету. Блин, была бы у меня машинка получше, встречных показал бы вам, что за шарики летят. А то вот даже шарик. А вон дядя налился пиво и ездит на роликах по тому же самому переулку. В комплекте раза в три меня больше. И ничего на роликах. Потому что можно. Ладно. Вот сейчас круг света проехал. Так, ну, должно было быть видно. Нет, я такого удовольствия давно не испытывал. Да уж. Уже какой раз. Жаль, я весел не видел. Нет, ну за хорватов было откровенно обидно, как это все происходило. Там тоже что-то не так было. В этом ответном голе. А потом они всю пенальти, так сказать, ну расстроились они. Когда пенальти били, они уже расстроены были. Если крупно поставил, то крупно выиграет. Не важно сколько, лучше надо выиграть, все равно решить поставить. Ну да.